Всем привет! Мы давно привыкли к тому, что в играх серии FIFA часто происходит такая дичь, которую вряд ли можно увидеть в реальной жизни. Но существуют и обратные примеры, когда жизнь подбрасывает нам такие сценарии, которые даже не снились разработчикам видеоигр. Сегодня мы расскажем вам невероятную историю, которая произошла в Италии на самом дне футбольной иерархии страны. Шел ничем не примечательный матч любительского чемпионата Сицилии по футболу, результаты которого интересны, пожалуй, только самим игрокам и их друзьям и родственникам. Но в этом матче произошло событие, которое сделало этот поединок известным на весь мир. Кстати, соперниками в нем были команды с названиями Виа Гранде и Неброди. Прямо во время матча на поле приземлился вертолет. Из него выскочили вооруженные люди в масках и похитили одного футболиста. Само появление вертолета очень сильно напугало всех присутствующих. Летательный аппарат во время приземления спровоцировал настоящую пылевую бурю. Зрителям и футболистам пришлось прятаться за высокой оградой, которая находилась за скамейкой запасных. В итоге вооруженные ребята заломали руки одному из игроков, затолкали его в вертолет и улетели. На какое-то время все погрузились в глубокий шок. Оказалось, что это похищение инсценировал сам потерпевший. Игнацио Барбагалло, так зовут похищенного футболиста, в свои 55 продолжал играть в футбол на местном уровне. Но теперь он созрел до решения завершить карьеру. И решил он уйти из футбола как суперстар. Тут ему и пришла на ум идея устроить такой мощный пранк. Судя по реакции окружающих, план мужичка сработал. Никто из звезд первой величины не сможет и близко похвастаться таким мощным завершением карьеры. Даже Зидан с его ударом головой Матерацци курит в сторонке. Кстати, напиши в комментариях, каким бы ты хотел увидеть свой прощальный матч, если бы был футболистом. Прикольчик от Барбагалло заценили не все. Футболисту впаяли штраф в 200 евро. И заодно влепили дисквалификацию до 31 мая 2019 года. Кроме того, Игнацио будет ждать еще один штраф от местных властей. Игрока накажут за несанкционированную посадку вертолета. Не знаем, сколько получают футболисты любительского чемпионата Сицилии, но чуть-чуть потратиться Барбагалло придется. Сам мужчина не очень расстроен этим фактом. Кайф, который он получил во время этой постановки, сложно измерить какими-то денежными суммами. Человек, о карьере которого не знал никто, завершил ее так, что о скромном футболисте из самого дна заговорил весь мир. Happy End. Ставь лайк, если тебе понравилась история Игнацио Барбагалло. И не забывай подписываться на Кибербол, чтобы быть в курсе всего самого интересного из мира футбольных симуляторов. До скорого!